Так, алло, давай вот этого выберем. Так, а сколько этот воин у нас стоит? Давай это сразу взрывателя возьмем. Молотильщика. Давай сразу их взорвем нафиг. Во, хорошо. Так, молотильщик у нас... А, они оба стоят по 125. Что молотильщик, что вот это. Так, токсика. Давай вызываем. И молотильщика сразу. Так, максимально 650. Давай сейчас этого большого монстра еще надо вызвать. О! Да, Дуда плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про наши замки. Ну что ж, у нас здесь есть в армии, мы открыли с вами таких вот молотильщиков. Да, редкий робот-воин. Нажми, чтобы разблокировать бойца. Так, разблокировали, и давайте мы его сразу же и улучшим. Все, на максимум мы его улучшили. Так, а можем мы его брать в другую катку? Нет, наверное. Мы играем либо этими, либо этими. Так, вкладка отряда. Это вкладка, где ты можешь выбирать, каких бойцов отправить на поединок. Хорошо. Вот, ты нашел редкого бойца. Убери крестьянина из отряда и замени его молотильщиком. Конечно, конечно. Давай, уберем его. Вот, молотильщик. Так, Ага, вот, все. Понял я теперь. Поэкспериментирую с боевым составом, чтобы создать идеальную армию. Давайте, хорошо, поэкспериментируем. Пока меня устраивает, пускай это будет молотильщик. Он самый, как бы, и недорогой получается. Что ж, отправляемся в бой. А бой у нас, арена идет уже такая вот северная, какая-то морозильная. Что ж, бой, отправляемся. Пробивные бойцы обходят или уничтожают передние ряды, чтобы атаковать расположенных за ними уязвимых бойцов. Призови выносливого или быстрого бойца, чтобы остановить их. Хорошо. А вот, смотри, как у нас какая ситуация. Так, давай сразу улучшим. Еще. Так, сразу вызываем молотильщика. Все, молотильщик пошел. Так, сделаем... Ух ты, смотри какой... Ух ты, там сразу два воина вышло. Да как так? Алло, давай вот этого выберем. Так, а сколько этот воин у нас стоит? Давай это сразу взрывателя возьмем. Молотильщика. Давай сразу их взорвем нафиг. Во, хорошо. Так, молотильщик у нас... А, они оба стоят по 125. Что молотильщик, что вот это. Так, токсика. Давай вызываем. И молотильщика сразу. Так, максимально 650. Давай сейчас этого большого монстра еще надо вызвать. Ой-ой-ой, нифига он сильный какой. Давай лучницу нашу. Давай, стреляй. Вот. И мы сейчас будем ждать... Давай еще одного молотильщика, ладно. О, мана. Забрали ману. И давай взрываем их. Монетку забираем. Все, монстра мы его с нашего большого высылаем. Пускай он работает. Хорошо, все, мы победили, ребята. Отлично, 330 монеток. Продолжить. Да, но это будет все сильнее и сильнее будут они, да, получается. Ага, продолжить. Так, сразу ману увеличиваем. Сколько мы можем. Во, максимально 300. Так, все, пока не надо улучшать, сейчас мы будем бойцов своих вызывать, вот этих вот. Раз, одного только. Понятное дело, что одного. Так, смотри, у него тоже лучница есть, я тоже лучницу сейчас вызову. Коль вы такие, ох, нифига, какой он сильный, смотри, боец вот это, да? Так, молотильщик. Вот с молотильщиком вы справитесь, ребята? Нет. Токсика. Давай сразу выпустим взрывчаточку такую вот. Все, теперь я могу максимального бойца своего вызвать. А с максимальным моим бойцом вы не справитесь, ребятушки. Интересно. Даже я сейчас специально не буду максимального вызывать. Попробую своими силами справиться. Есть, да. Победили, победа. Ага, 330 монеток. Хорошо, у меня прям монет много. О, сундучок. А, вот он, 9000 монет, офигеть, 10 кристаллов. Это хорошо, прям такие, давайте сразу мы их улучшим. Ох, нифига, он 1000 стоит. Смотри, их улучшаем, они стоят достаточно таки недешево. Ладно, давай на максимум всех прокачаем. О,
Так, молотильщик и наш замок лучше. Все. Играем дальше, вперед в бой. Так, вот у нас открывается новое. Ух ты, у них добавляется постоянно вот воинов, да? Воины. Каждая битва позволяет заработать очки опыта. Независимо от того, проиграл и ты или выиграл. Поэтому не бойся тяжелых испытаний. Хорошо. Так, сразу прокачаем ману и будем следить, чтобы никого... никто там не выбежал. Угу. Все, максимально мана 400. И сейчас надо будет нам бойцов. Давай вот этого бойца. Вот это и молотильщика сейчас еще. Давай быстрее молотильщик. Во! Воинов у нас много. Давай еще лучницу. О, надо побольше лучниц. Но как побольше, если у меня их не хватает? Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Смотри, что творится. Давай сейчас огнем их. Опачки, всех практически уничтожил, кроме вот этого большого. Ладно, надо будет нам максимального нашего бойца высылать. Сейчас, подожди. О, монетка, монетка, быстрее, есть. Вот, наш монстрик идет. Давай, давай, монстрик, иди. Нам нужен ты. Так. О, видишь, какие у него удары мощные. И сейчас всех мы других бойцов позовем. Так, давай, супер удар. Опа, нифига, одним ударом мы уничтожили крепость. Все, 330 монеток мы получаем. Идем дальше. О, нормально прям идем, смотри. Побеждаем, хорошо. Так, у них новый еще боец. Какой-то дядька вот этот. Фехтовальщик, смотри, вышел. Ага. Атака башен эффективна, но использую ее с умом. Чем чаще она используется в боях, тем дороже стоит. А-а-а. Еще вот так можно сделать, да? Так, прокачиваем. Прокачиваем ману быстренько. Хорошо. Ох, этот пошел, фехтовальщик. Давай мы пошлем на фехтовальщика нашего. Ой, какой он сильный, убил его, представляешь? Офигеть, давай еще этого дядечку нашего. Крутилочку нашу. Во, и давай еще лучницу. Нифига себе. Не так-то просто, смотри, ребята. Давай сразу ударом, ударом. Опа, мимо. Ё-моё, потратили мы сверхудар свой. Ладненько, давай улучшать ману. Ух ты, нифига, прям бой какой идет, а. Так, давай этого рыцаря нашего. Ах ты, ах ты, ах ты, аккуратно, смотри. О, убили, убили, молодцы. Так, взрывателя нашего. Наш взрыватель идет. Ну, в принципе. Сейчас мы еще ударчик им сделаем. Опа, есть. Все, максимально у нас 500. Все, ждем. О, монетка, монетка. 35 монеток. О, манна, манна. Все, манну мы взяли. Да мы тут справимся, ребята, и без нашего монстра большого. Круто. Хорошо. Победа. Идем дальше. Так, смотри, они какого-то епископа. Медленный, выносливый герой. Защищает находящихся поблизости соратников. А-а-а, он будет их лечить. А драгоценные камни полезны во многих отношениях. Используй их, чтобы заполучить новых бойцов, приобрести золото или обновлений, или пополнить свою энергию между поединками. Так, сразу ману увеличиваем. Ты что, не понял, что я только что рассказал? Я что-то прочитал и чуть ничего не запомнил. Кого-то там увеличивать, что-то там делать. Эх, сейчас они как выпустят каких-то бойцов. Вот будет, вот будет тяжко. Так, все, пошел первый. Так, давай сразу. Мне нужно лучницу. Угу. О, прям, смотри, бригада пошла. Так, токсика, срочно токсика. Так, давай их сразу взорвем. Ой, хорошо, хорошо взорвали. Монетку получили. Давай, следующих бойцов наших. Ой, сломался у нас чувачок. Он достаточно-таки слабый, оказывается. О, есть, есть, карточку, смотри. Карточку получил. Давай подождем. Ух ты, нифига, в смысле, алло, епископ. Он такой огромный. Давай нашего монстра вызываем. Сейчас, монстр у вас, епископ, а. Давай взорвем этого. Опа, есть. Надо было все-таки в епископа стрельнуть. Ну, так получилось.
О, какой он сильный-то епископ. Смотри, он лечит их. Смотри. Офигеть. Ладненько. Давай вот этого сейчас быстренько. Ой, они сейчас моего монстра сейчас убьют. А нет, не успели. Не успели, ребята. Давайте вот это. Давай максимальную ману сделаем. Так, удар. Сверхудар. Опа, и все, уничтожили их башню. Да, не сильно и мощная у них башня была, конечно. 425, а 455 монеток мы получили. И открываем сундучок. А, сундук подданных, подданных. Так, что там получается? О, карточки и монетки. Хорошо. Так, и заходим в это, значит, портал. Да, в портал зашли. Зашли в портал, и получается мы... А, смотри. Новая карта какая, да? В каждой карте по три хода. А, нет, по... Да, по три. По три таких карты. А, это у нас первая карта. Ну, поехали. Посмотрим, кто здесь у нас. А, это вот эти ребятушки. Но мы их сейчас это быстро сделаем. Угу. Вот это как бы несложное. Сейчас мы ману-то увеличим. О, пошел зомбак сразу. Нет, нельзя. Нельзя этого зомбака пускать. Ой, токсик сейчас взорвет всех. Ах, токсик. Мы-то знаем этого токсика. Так, сразу вот эту крутилочку быстренько. Вот, есть. Главное, чтобы это токсики не выбегали. Вот, видишь, токсик выбежал. А я тоже сейчас токсика тогда вышлю. Он сейчас тоже взорвет вас всех. Ах, нифига, он видишь, он еще не взрывается не в том месте, где надо. Так, сейчас мы это подзорвем. Сейчас кто у нас выйдет. О, тут этого. Опа, есть. И нашего большого монстра мы выпускаем. Да, против него вы ничего не сможете сделать. Давай. Ох ты, взрыватель. Давай попробуем максимально... А, максимальную... Эту самую ману прокачать. Мана максимально у нас 1000. Понятно. Давай вот этих героев тогда выпускаем всех. Чтоб помогали нашему монстру. О, отлично, все. Уничтожили мы. Победа, 350 золотых. 350 золотых мы получили. Идем дальше. Так, а здесь кто у нас? А, смотри, какой-то добавился новый костяной хранитель. Медленный боец с атакой дальнего радиуса действия. А, чем-то стрелять будет. Ага. Приобретение редкого сундука гарантирует получение редких карточек. А эпического сундука эпических карточек. Нифига себе. Так, здесь будут у нас эти, значит, скелеты выходить. Хорошо. Сейчас прокачаем ману. Так, токсик пошел, да? Ладно. Сейчас мы разберемся. Ой-ой-ой, взорвался, смотри. Вот идет этот скелет, смотри. Давай лучницу сюда. Ух ты, нифига, смотри, как он наносит удар. Это мощно. Карточка. Токсика. А, вот смотри, они токсика, и мы токсика. Так, хорошо, неплохо. Прокачиваем полностью ману. Давай это сейчас взорвем вот этого чувака. О, все, скелетика мы убили. Еще и монетки заработали нормально. Все, теперь выходит мой монстр. Ребятушки, с моим монстром вы ничего не сделаете. Что у меня вообще прокачанный чувак. О, вихрь, вихрь. О, хорошо, хорошо, вихрь нам помог. Давай еще одну лучницу отправим. Мне даже можно... А, все. Монетка. И сердечко. Ах, ладно. Что ж, дорогие друзья, мы победили. Ну, неплохо, неплохо. И открываем сундучок. Что в сундучке? А в сундучке монеты 10 тысяч и 10 кристаллов. Замечательно, замечательно. И надо будет всех все улучшить. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Будем заканчивать серию. Всем пока-пока.